как бы я мог жить, если бы я раньше знал, что Бог есть? Как бы я мог жить вообще? Мне казалось, что вот если бы я знал бы раньше, что я, ну, что Бог есть, да, и что я так вот буду, я бы жил бы совсем по-другому. Мне вот так казалось. И вот эта мысль, она как-то вот, да, она была. И потом как-то, ну, как, не знаю, как телепатия, что ли, не знаю, я сразу вдруг стал понимать, что я буду еще жить еще. Вот после этого, да. И я стал понимать, что я еще буду жить. И вот, значит, и снова буду перед ним, так вот. Но уже жить уже по-другому смогу. И это интересный очень даже момент. Потому что там хорошо все.